Доверие, взаимопонимание и уважение – три составляющие крепкой семьи. Так считает герой нашего следующего сюжета. За 16 лет супружеской жизни Алексей и Марина Егоровы разгадали секрет семейного благополучия. Накануне финала конкурса «Семья года» наша съемочная группа побывала в гостях у семьи победителей. Они еще не знали, что получат главную награду. Однако подготовка к финалу шла полным ходом. Участие во всевозможных конкурсах – добрая семейная традиция. Помимо «Семьи года» было много других проектов. В городском конкурсе «Суперпапа» Алексей занял призовое место. Марина в это время участвовала в телевизионном проекте. А вечерами готовила детей к школьным конкурсам. Я сама люблю что-то делать своими руками. Мы везде стараемся участвовать. Конкурс там какой-то сладкоежки или сластены, значит, мы думаем. Значит, один будет колбасу делать сладкую, другой будет торт, у другого будет торт, третий там еще что-то будет презентовать. На вопрос, как вы все успеваете, Марина лишь пожимает плечами. Говорит, что обычно об этом даже не задумывается. Тяжело только утром. Нужно приготовить еду, потом проследить, чтобы школьники позавтракали и тепло оделись. Пока старшие на занятиях, есть время на готовку-уборку. А вечером старается помочь муж. В свободные от домашних дел минуты мать семейства погружается в творчество, создавая поделки из бисера и глины. Творчеством, но уже техническим, увлечен и старший сын Филипп. Я хожу на кружок робототехники. Ну, люблю электроникой заниматься. В будущем думаю стать программистом. Вот. Для этого нужно учить английский язык, хорошо знать. Чтобы стать высококлассным специалистом, нужно усердно учиться. Старшие школьники делают уроки самостоятельно, а с младшими иногда приходится посидеть. Смотри, остров. Остров – это когда отдельно. Посмотри сам, сравни вот этот и этот. Чем он отличается? Это большой, это маленький. Нет, еще что? Если не со всех сторон, вот видишь, с этих сторон обрамляется, а здесь нет. Вот полуостров. Это полуостров. Это острова. Надо подправить. Филипп, Надежда, Авдя, Тимофей и Екатерина посещают кружок плавания, участвуют в городских соревнованиях и пополняют семейную копилку золотыми медалями. Марк учится в первом классе и уже делает успехи в математике. Галя и Валя ходят в детский сад, мастерят подарки для родителей и выступают на утренниках. Пятилетний Захар мечтает стать строителем, часами конструируя дороги и замки из лего. А вдохновляет всех на творческие, спортивные и хозяйственные подвиги мама. Марина уверена, чтобы человек был счастливым, он должен жить, трудиться, отдыхать, заниматься творчеством с искренним интересом. А этому нужно учить с детства. Дарина Игнатьева, Расиль Мухаметов, Республика.